Вань, ну чё мы у гостиницы торчим-то, я не понимаю. Ну хватит уже здесь торчать, пошли на пляж, ёлки-палки. Прикинь, смотри, какая тёлка. Да. Давай к ней подвалим. А чё, она одна, нас двое славит. Ну чё, давай иди и предложи ей секс втроём. Я? Ну. Да нет, ты чё? Они же это любят, в номер её затащим. Славик, она не даст нам, ты чё, посмотри на неё. Не, я очкую, Славик. Да ты заколебал ты уже со своими трёхочковыми, понял? Все, я сейчас пойду сам предложу ей секс вдвоем. Славик, Славик, тормози, Славик. Здрасте. Девушка, хотите повеселиться? Хочу, а как? Ну это, секс втроем. Что? А что? А что? Ну, ну, это ж прикольно. Там два мужика, между ними там девушка стонет. Класс вообще! Слушай, хорошая идея. Ага. Алло, Самвел? А, Рубен, у тебя в номере? Слушай, ну вы раздеваетесь, залезайте в джакузи, а я сейчас приду и потру вам спинку. Ребята, спасибо огромное, совсем заскучала. Все равно ты лошара. Слайк, что я-то лошара? Это она лошара подзаборная. Секс втроем он захотел. Да, захотел. Ну, иди к Рубену с Самвелом.